Международный женский день. Праздник, который отмечается ежегодно 8 марта в ряде стран мира. Появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН. В женский день с мыслью о милых дамах во Вроцлаве были организованы сольные вечера, концерты, кинопоказы, театральные представления и лекции. Многие магазины и торговые центры проводили суперакции, где прекрасный пол мог получить подарок или букет цветов. Погода также была не самой плохой. И надеемся, что все девушки и женщины провели этот день в прекрасном настроении. Также во Вроцлаве и многих городах в очередной раз прошли акции протеста женщин, отстаивающие свои права. На этот раз под лозунгом «8 марта – женский день без компромиссов».